В Якутии начали реализацию федеральной программы «Арендное жилье». Согласно ей, квартиры будут сдавать в аренду по цене ниже среднерыночной. Таким образом, планируют обеспечить доступным жильем нуждающиеся слои населения. Еще в прошлом году главный исполнитель, Республиканское ипотечное агентство, получило финансирование из госбюджета. На эти средства компания выкупила площади от застройщика, отремонтировала и оснастила квартиры оборудованием и мебелью. Первые по программе 28 квартир с одной, двумя и тремя комнатами находятся в доме на улице Каландрашвили. Часть из них социальной направленностью, другая с коммерческой, однако даже во втором случае цена не должна превышать среднюю рыночную стоимость. После праздников 9 мая мы практически, наверное, уже раскроемся, подадим объявление для подачи заявления. Это после того, как мы определимся с категорией граждан. Мы сначала сейчас определимся с РИО, какая категория граждан и сколько квартир мы будем передадим в аренду как социального использования, а потом уже будем говорить о коммерческом.